оставляет Джерди шайбу партнеру. Не стал бросать Яласвара. Но тут не только Яласвара. Кудерлюка обманул. И гол! Как все здорово динамовцы сыграли. Не получилось, да, вы видите, выбросить шайбу. И вот, ох, немножко поработал, да, Нострадамусом. Не 31 секунду сидеть Максиму Афиногенову в штрафном боксе. Здесь достаточно быстро пропускает в начале периода. Вот смотрим. А с вами, дорогие друзья, Жердев делает передачу на дальнюю штангу и пробивает тут все-таки Сапрыкина. Называется из серии «Отдал, открылся» и Юрий Бабенко забрасывает шайбу в ворота Игоря Сапрыкина. И Бабенко.